Всем большой привет, друзья! Здравствуйте! Третий тур Нелбет первой лиги стартует здесь и сейчас, в прекрасном городе Калининград, на стадионе чемпионата мира 2018 года. Ростех-арена принимает матч Балтика-Уфа. Обратный отсчет прозвучал. 4-3, 2-1 и поехали. Первый матч третьего тура Нелбет первой лиги. Но эпизод заигран, мы продолжаем наблюдать за первым таймом. У нас совсем скоро середина первого тайма. Здесь нужно поставить корпус, побороться за этот мяч. Но сложно. Кирилл Никишин, тем не менее. И можно бить поворотом, и можно забивать. Но Олег Баклов исправляется. За, собственно, же ошибку фактически извиняется перед партнерами этим спасением. Что-то очень близкое голо. И вот, ну вот тоже, да, не самая удобная передача. Хотя у Бахова была возможность мяч вынести в аут, например. Подача штрафную площадь от Кирилла Малярова. Борьба на втором этаже. Здесь нет никакого нарушения правил. Продолжается атака. Коварный удар в ближний угол. Не подготовлен к нему, причем был Олег Баклов. Мне кажется, ему свои же защитники закрыли обзор. Алекс Фернандес здорово уходит от соперника. Берет игру на себя. От Вадима Карпова ушел. Но тут уже 2-3 футболиста у финской команды. Мохамад. Удары за пределы штрафной. Рикошет и штанга спасает гостей. Тут уже Олег Баклов был отыгран. И уже ничто не повлияло бы, если бы не каркас ворот. Мохамад все правильно сделал. Да, вот он отложенный штраф. Вот она, отложенная желтая карточка. Как я и предполагал, в первой же паузе Евгений Латышонок в Санкт-Петербург отправился. Появляется основным голкипером «Зенита». А это, да, не удар. И это гол! Это гол Уфы! Потрясающий совершенно мяч. Артем Гуренко на свой счет записывает. Браво! Ну просто блестяще пробил под дальнюю штангу. Резано, хлестко. Так, чтобы у Максима Березко было минимум шансов на спасение. Буквально из ничего свой гол создают гости. Болельщиков Уфы сегодня на трибунах Калининградской арены не так уж и много, но они есть. И периодически их даже слышно. У Уфы, ну, очевидно, все скромнее. Команда только вышла из второй лиги в первую лигу. Так, у нас здесь что-то в стиле Фабиана Руиса, да, на чемпионате Европы, когда испанец качнул сразу трех немецких футболистов, в том числе Тони Кросса, который завершил свою блистательную карьеру. Подача, штрафной момент, штанга и гол. 1-1. 1-1. Сергей Крякин принимает поздравления партнеров. Классная подача с фланга. И прозевали. Прозевали не самого высокорослого, мягко говоря, нападающего в первой лиге. Защитники уфимской команды. Сергей Прякин отправляет мяч в ворота соперника. Передача длинная направо. Хороший перевод получился. И Алекс Фернандес здорово за мяч зацепился. Прострельная передача. Момент продолжается. И была возможность у Кирилла Никишина со второй попытки мяч в ворота соперника отправить. Подальше с фланга. Отбиваются сейчас защитники Уфы. Подает на ближнюю штангу Петров. Момент, и рядом со штангой мяч пролетает. Да, отскочили сейчас уфимцы. Повезло сейчас гостям. Повезло. По-моему, Аванесян пробил, да? Ну, очевидно, что Уфа постарается момент другой организовать. В штрафной площади соперника, если будет возможность, Петров. Удары за пределы штрафной. Плотный, хороший. Но Баков выручает. И снова Петров за мяч цепляется. Аванесян. Удары за пределы штрафной. Какой наносит Аванесян. И угловой у нас будет. И желтую карточку сейчас за разговоры с арбитром Александр Тиняев получает. Да, неплохо вышли на замену и Аванесян, и Петров. Петров отсюда будет бить, и он бьет низом удар. Хлесткий какой! Мощный. И Стефанович заводит публику. Давайте, мол, ребята, поддержите нас, а мы, благодаря вашим эмоциям, постараемся в концовке зажечь. Маляров сыграл в центр. Кирилл Маляров. Проходит передача, и можно отбить поворотом удар, но прямо по центру. Его наносит Никита Глушков. Угол бы пробить, а? Кажется, не должна проходить передача от Кирилла Малярова. Но вот здесь Стефанович помог Глушкову. А в контратаку побегут.
И в контратаку могут попробовать. Могут попробовать. Мацхарасвили, но уже нет сил. Финальный свисток. 1-1. Стартовый матч третьего тура Мелбет первой лиги в Калининграде на Ростех-арене между Балтикой и Уфой. Победителя не вывело. 1-1.